Так, дорогие друзья, после того, как вы проанимировали с вами ручку, пора бы заняться и полностью, да? То есть полным телом. Возьмем сейчас mesh single vertical. Так, перейдем в режим. Скажем сейчас сразу же, давайте скажем, что нам надо скин сделать и сделать subdivision surface. Так, и таким образом мы можем Ctrl A еще взять и немножко увеличить это дело. Вот так. Так, ну и давайте делать сначала тело. Это Е. Опа, да. Вот сюда. Назад. Еще раз Е. Так. Еще раз Е. И вот это уже Е. Мы говорим Ctrl-A. Так, где у нас тут? Вот этот еще. Ctrl A. Таким образом мы сделали как бы шею, да? Так вот. Угу. Так, этот. Сейчас выделим. Маркрут вниз перенесем так, и вот отсюда мы с вами сейчас сделаем плечо Е. Так, назад. Немножко увеличиваем. Так вот. И теперь Е. Так. И еще раз Е. То есть делаем ручки такие. Наверх чуть-чуть. Так. Здесь Ctrl A. Ну, вот так пускай будет. Так, хорошо. Теперь мы можем выбрать это все. И пойти еще сказать, Mirror нам нужен. Вот так. Отлично. Так, Mirror передвинем наверх. Вот сюда. Пускай здесь будет мир наверху. Отлично. Начало положено. Далее давайте посмотрим сверху. Эту семерочку наберем. Так, и здесь мы скажем Е сюда. Тут палец будет, да? Е сюда. Это большой палец. Безымянный. И мизинец. Так, выделяем все. Говорим Ctrl-A. Вот так где-то делаем, да? Ctrl-A. Ну и теперь можем дальше Е. Так. Е. Сюда. Е. Сюда. Е. Сюда. Так. Ну и подгоняем, конечно,
Этот G у нас. Этот G. Так. Видите, мы быстро с вами сегодня управились. Попробуем сейчас еще вот это. Ctrl-A. Чуть-чуть уменьшить. Вот так. Вот. Видите, ну, потихоньку у меня начинает получаться с этим способом. Он хороший способ, но нужно чувство, насколько уменьшить, как продвинуть и так далее. То есть вот первое мы с вами сделали. Раз у нас так все удачно получилось, ну, давайте сразу с головы начнем. То есть возьмем сейчас кеп, вытащим его наверх, вот сюда, маленько уменьшим дальше. Так, дальше сразу же скажем subdivision, чтобы знать, что мы делаем. G. Но тут нам не надо вот так, да, допустим. Угу. Далее мы можем сказать, что перейдем сюда. Троечку, это значит вот эту возьмем. Давайте мы ее... Оп! Нет. Вот сюда. Мы ее просто потянем. Где? Вот так. Ну и скажем, 2. Вот так. А тут уже понятно, мы просто возьмем это вот ребро, вот это. Сбоку смотрим и тянем его. Ну, чтобы похоже более-менее было на голову. Так, далее Ctrl-R. Так. И S. И вот это S. Таким образом мы создаем что-то подобие головы, да? Ну и объект мод делаем меньше немножко. Вот так. Не забываем, что это у нас, в общем-то, довольно-таки кукольные персонажи, поэтому сделали хорошо. Давайте мы сохраним пока это все. Хорошо. Теперь начнем заниматься уже выражением лица, так сказать. Переходим. Нам придется это сказать, что это apply. Чтобы дальше работать, да, мы должны сказать опля. Apply есть. Далее переходим. Видит. Так, не знаю, вот тут сделать ему рот. Наверное, да. Мы его удаляем, так же как женщина с этой поступаем. F. Далее двойку берем и выделяем все вот эти. Оп. Следим за тем, чтобы не выделилось ничего лишнего здесь. Так и так. И буква Е. Двигаем по Y. Да. Двигаем по Y, можно даже еще чуть-чуть по Y. Так вот, заходим в башку, смотрим, где у нас этот E. Здесь надо сделать так, это и это. Нет, вот это.
это не надо. И сразу же сделаем вот это и подвинем g по y вот сюда, полукруглую такую сделаем. Так, а далее выделяем. Так, так, так. Говорим f. И здесь он дальше. Так, так, так. И тоже, ах ты, это. Все. И важно, важно, очень важно выделить теперь вот эти грани. Для меня это раньше было что-то загадка какой-то, какое-то дело получать. А оказалось все просто. Мы здесь делаем Ctrl-B, делаем bevel. Вот так. Делаем bevel. Прекрасно. Так. И делаем subdivision surface. Вот. Два. Отлично. И говорим, что здесь вот у нас смус. У нас получается кругленькая такая штука. Можно даже три сделать без проблем. Вот так. Вы помните, как дальше это все происходит? Edit mode. Ctrl-Shift-B. Мне как-то это больше вариант нравится. И E. Вот такой вариант мне больше нравится. Так, далее нам надо сделать глаза. Можем, конечно, выбрать вот эти все точки, если нам кажется, что это слишком высоко у нас торчит. То в этом как раз нет проблем, чтобы подвинуть. Это будет GZ. Вот так. Очень красиво. Все хорошо. Так. И теперь глазики. Ну, глазики вы знаете, как мы делаем глазики. Мы берем сферу. И у нас там поднимаем ее наверх. Вот. Да, она слепилась, конечно. Замечательно. Нужна нам такая сфера, которая слепляется. Я надеюсь, какой-нибудь версии они удалят эту функцию. А сфера. Где она у нас? Mesh. Сфера. Уменьшаем. G-паз эту тащим наверх. Выводим сюда. G по Y. Вот так. Ну, здесь формируем глазик тем, что мы его плющим. S по Y. Вот так сможем сплющить. S по X. Так можем сплющить. Теперь уменьшаем. Так. Смотрим сверху. Тащим G. Вот сюда, допустим, да? И разворачиваем. R, Z. Вот так разворачиваем и ведем туда внутрь немножко. Вот так. Смотрим. Видим, что нам надо вниз, конечно. GZ. Вот так, наверное. Может быть, еще GX сюда чуть-чуть. Так. Ну и, скажем, Reset Ali Transforms и Mirror применим. Все. Вот у нас здесь стал. Отлично. Сколько времени у нас? 14, еще дофига времени.
Формируем теперь брови, зубы, язык и получаем то, что получаем. Угу. Ну, давайте возьмем сейчас меж. Вытаскиваем его. Воздвигаем. Дипаверику вытаскиваем, уменьшаем, пазету поднимаем, из пазету так и из пазу, ну где-то вот такую челюсть вставляем, так далее, применяем к ней модификатор Subdivision Surface. Далее Ctrl-R. Раз, два, три, четыре, как всегда. Достаточно будет вот так. Так, теперь двоечку нажимаем. Вот эти выделяем. Shift. Так, включаем эту кнопочку. Берем G, нажимаем, уменьшаем этот радиус и делаем полукруглую челюсть зуба. Так, этого достаточно будет. Угу. Ну, если она толстоватая, то мы можем ее, конечно, сказать S, Y. И еще раз. Немножечко подвинуть. Вот так. Теперь тащим ее наверх. По Y, да? И G по Y. Так. Так, видим, что ну, очень зубатый получился персонаж. Вот сюда его. И S по S. Вот так делаем. Угу. Отлично. Далее говорим 2 и смус. Есть. Если нужно, то немножко увеличиваем. Так вот. Дальше Shift D идет. И GY. И немножко SY. Нет. SX. Вот так. Отлично. SX немножко побольше. И нам еще нужен язык, да? Ну, можем еще подвинуть сюда немного. Это будет GY. Так, чтобы он не вылез за челюсть. Да, прекрасно. Далее. Опять же куб. Да, уменьшаем. Поднимаем. Говорим, что Subdivision. По Y выводим вот сюда. Опускаем. И плюс. Плющим S по Z. S по Z. Так, S по Z. Смус. И задвигаем G. Y. Сюда. Возможно, R по X немножечко поднимем. Вот так. И немножко расплющим S по X опять же. Есть. Так,
Может быть, чуть немножко ниже вот так сделать. Ага. Далее нам нужны брови. Тоже берем куб. По Y-ку. Уменьшаем. Вводим G. Так, раз по Z делаем в виде бровей что-то такое. Так. Далее можем тоже сказать Modifier Subdivision. Разделить на 4. Ctrl-R. Вот так. Так, теперь вот этот уменьшаем. S. Хорошо. И здесь немножко S. Замечательно. Далее выбираю вот эти две. Это у нас два. И это. И опять же делаем ее вот такое. Ну и естественно малость уменьшаем S. Так. Так. Смотрим сбоку. Говорим G. Вот. Опаля. Говорим вниз. Так, смотрим, как она выглядит. Так, что-то она выгналась не в ту сторону, ребята. Это не есть хорошо. Мы можем сделать так, что выбрать ее, да? И как бы по оси R, X, 180. Вот да и все. И не будем. R, P, Y. А, 100 тоже 180, да? Да чтоб тебя. Да, вот так. Но все равно оно как туда выгнуто. Мне это не нравится. Нет. Пожалуй, не так. Возьмем вот эту. Alt зажмем. Здесь Shift Alt. И теперь G. Выкинем вот так. Да. Так. И немножко наверх. Есть. Ну, дальше уже чисто подгонка идет сверху. Смотрим. R по Z вращаем. G по X. И выводим на сверху смотрим ниже. Вот так. Забываем почему-то всегда какие-то небольшие проблемки. Ну и тоже говорим да. Говорим смус. Здесь тоже смус. И этот убираем все трансформации. И идем
говорим, что нам нужен мир. Готово. Вот такое вот у нас лицо появилось. Еще посмотрим, может быть, еще опустим. Зубатость меньше малость. Так вот. Ну, примерненько. Хорошо. В следующем продолжим.